Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас в обзоре будет лапша сырная такая от фирмы Атаги или Атоги, хуй его знает. Корейская тема. Лапша для запарки. Точно такая же у нас есть для варки. Ну вот, сейчас пока попробуем эту. Готовить ее можно в микроволновке, можно просто запаривать. Но смотрите, здесь в чем прикол. Значит, ну вот суповая основа и сырный соус. Сырный соус мы добавляем уже потом, когда она запарится, и хорошо размешиваем, а суповую основу засыпаем сразу. Такая вот отличительная у них тема. Высыпай. Сейчас заливаем. Итак, запарилась наша лапшечка. Или не запарилась? Какого хуя, блядь? Итак, засыпаем нашу дрянь. Ну, убирай. Жёлтенькую. Хотя оно и так уже воняет сыром. Итак, размешали и будем сейчас дегустировать. Итак, братва, запарился наш этот сырный хуй. И тут очень интересно попало сюда просто какая-то вермишель, рожок. Блять, не знаю, может они тут должны быть. На удивление проварился. Сейчас я посмотрю, может тут еще есть. Не, нету. А нет, есть. То есть они идут в комплекте. Да. Вкусно. Прям насыщенный, блядь, сырный вкус. Потому что и в сухой приправе он был. И да, еще здесь кусочки бекона. Да. Ну, понятно, что не покупной. Но вкусно. Просто я хавал, пробовал там у товарища, который для варки, там, конечно, вообще бомба. Вкусно, блядь. Очень вкусно. Рекомендую 100-500%. Это лучшее, что я ел из этой фирмы. Не острое абсолютно. То есть хавать можно всем, кому не лень. И очень вкусно, реально. Так что увидите, обязательно купите, попробуйте. Еще для варочки мы сделаем. Там вообще, наверное, будет бомбически, блядь. Ладно, ребята, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч.